Наши опять хохло фосфором жгли нахуй. Салюты, короче, были ночью. Там хуйня такая, ракета летит, разрывается в воздухе. На несколько частей, типа, как, знаешь, бенгальский огонь. Я поняла. Я поняла. Эта хуйня, если на кожу попадает, на тело, прожигает, короче, до костей, нахуй. И прям зарево такое, пизда было. Кошмар. Это у них нет такой хуйни. Только у наших есть.